1 июля 2017 года в вечернее время, находясь в квартире, нанесла несколько ударов ножом 2-3 раза, так как не контролировала его. Он до этого наносил удары сначала мне, потом дочке. Ему не понравилось, что она заплакала. Кинул ее в коляску, и потом за это я его ударила. Вы видели, как он общался с ребенком? Да. Я, конечно, нормально он общался. Заботливо, нежно и ласково, или вы видели и другие проявления с его стороны? Ну, как бы, я не видел, чтобы он его бил или еще что-то, или бросал, или еще что-то. Нет, он одевал, переодевал, мыл в ванной. Вот, гулял с ним. Какой-то негатив высказывал в адрес ребенка, когда ты плакал? Нет. Обвинение, предъявленное государственным обвинителем, вам понятно? Да. Виновность себя признаете, не признаете? В полном объеме или частично? То есть вы полностью признаете себя виновным?